Складонож Stedemann Chef, очередная новинка от китайцев. Довольно интересное исполнение, визуально ножчик чем-то действительно напоминает европейский шеф, и при желании можно им пошинковать какой-нибудь салатик или нарезать бутерброд. Ножик является фронт-флиппером, а также имеет технологическое отверстие для открытия. Чем будет удобнее открывать здесь уже, каждый сам для себя решит. В моем случае, наверное, все-таки заплавник делать это удобнее. По стали на клиночке здесь стоит 440C. Хорошая американская нержавейка, проверенная годами. Самое главное, неприхотливое в обслуживании. Плашки здесь выполнены из G10, яркого, приятного морковного цвета с накладочками из карбона. Интересно фрезерованного, вот, разумеется, с двух сторон. Ножки является флиппером на подшипниках, поэтому здесь довольно мощный осевой узел, который вкупе со всем этим обеспечивает отличную механику. Темлячное отверстие здесь не предусмотрено, но можно сделать быстросъемный темляк через клипсу. По габаритам нож достаточно крупный, поэтому сядет, наверное, не в каждый карман, но тем не менее. За счет своей прямой рукоятки и интересной вариации чойла ножик, в принципе, достаточно удобен как для прямого хвата, так и для более скрупулезного.